общем, я поняла из общения с вами, из ваших комментариев только одно. Вы все жалуетесь, что женщины все там любят деньги, что они меркантильные твари, что вокруг они проститутки, шлюхи. Но тем не менее вы говорите, что заплатить шлюхи намного проще, чем там жить с женщиной и реализовать ее какие-то мечты, там, да, с ней вместе чего-то добиваться, там, искать к ней подход и так далее. То есть проще пойти и заплатить одноразово. Тем не менее, как бы я считаю, что спрос порождает предложение. Вот. И поэтому, как бы, ну, раз у вас такие потребности, такие запросы, соответственно, такие женщины вас и окружают. Ну, не жалуйтесь ни на кого вокруг, если вы сами такой человек. Привет! Мне кажется, деваха не совсем все поняла правильно. Мужчины выбирают женщин с низкой социальной ответственностью, потому что она изначально говорит, какой у нее перечень услуг и какой ценник она выставила за это. А не так, что вот, ты знаешь, ты люби меня, цени меня, да, но я вот буду тебе давать по настроению, не ухаживать за тобой, да, не помогать тебе, только какую-то там энергию сраную из космоса она будет черпать, и вот все, на этом все. А ты, да, а ты мне денежку, а ты мне вот чпокай мне хорошо и денежку давай мне. Ну вопрос, нафига ты такая нужна, чтобы на тебя энергию тратить? Ресурсы моральные, финансовые ресурсы намного дороже, чем, прости боже. Когда проще разок сходить, да, или там сколько тебе раз в неделю надо, заплатить, и все. Причем тебя оближут прям как надо. Там сервис на высшем уровне, ё-моё, там не халтурят. Так что, нет, девоньки, это не мужчины себя окружают. Мужчины делают такой выбор, потому что видят окружающих женщин.